Итак, дорогие мои, мы сделали прейкаст, но кое-что я упустила. Значит, мы можем добавлять картинку. Сейчас я уже фон загрузила. Мы сейчас добавим картинку, но несколько другим способом. Значит, ну, тоже из моих файлов. И загрузить новый файл. Значит, сейчас мы загрузим фотографию моего хорошего друга. Так, Слава. Вот, которую я предварительно в программе Paint убрала фон, на котором была расположена эта фигура, вот, где он там со своим внуком. А также потом этот фон обесцветила, и он теперь на прозрачном фоне. Значит, источник. Мой коллаж. Так. Значит, выберем. Выберем. Вот он у меня здесь находится. И сейчас мы его загрузим. Отлично. Тут нам показали, что это файл выбран, и мы его загрузим. Вот. Апликас нам сообщает, что это успешно загружено, и мы его можем установить. Значит, он здесь у нас появился, и мы его нажмем на зелененький кружочек. И все. Вот у нас он стал. Ну, пусть пока постоит. Теперь ему нужно нижнюю картиночку поставить, вот, на которой он будет находиться. Ну, нижнюю картиночку мы поставим из моих файлов, уже загруженных. Сейчас мы ее найдем, эту подходящую картиночку. Вот. Вот хорошая картиночка. Поле с радугой. Отличная. Так. Вот, она стала. Она стала. Она, конечно, у нас великовата, то есть маловато. Мы ее увеличим. Увеличим. Так, и тут есть такая функция, что эту картинку, у нас же этот друг наш скрылся, здесь функция, значит, эту картинку опустить на задний план. То есть наш герой это окажется сверху. Отлично. Вот, сейчас мы его так поставим. Впрочем, мы его потом еще можем после передвинуть. Так, ну что здесь, пустовато, да? Конечно, пустовато. Значит, добавим ему еще передний план. Передний план мы добавим. Тоже у нас там есть уже из загруженных. Но можно так же самое загрузить новое. Ну вот, отличные подсолнухи. Вот. Вот мы их его загрузили. Но у нас довольно-таки большой, но немножко не на месте стоит. Вот так мы его подвинем. Так, подвинем и чуть-чуть увеличим, чтобы он в размер нижней картинки был, этот передний фон. Вот, отлично. Теперь этого самого друга мы должны немножечко подвинуть. Для этого мы сначала его... этот фон опустим на задний план, друга подвинем чуть-чуть, чтобы он ближе к подсолнуху стал. Вот примерно, нет, вот примерно вот так, да. И теперь его опустим опять ниже. Вот он у нас за подсолнухом стоит. Чудесно получилось, правда же. Вот теперь можно так вот и оставить. Ну что, добавим. Собственно говоря, можно и ничего не добавлять. Ну ладно, мы все-таки добавим что-нибудь, добавим.
хотела найти птичку. Ну ладно, пусть остается так. Пусть остается так. Значит, это вполне хорошая картинка. Добавим звук. Звук выберем тоже из моих файлов. Вот. И тут у нас много разных, разной музыки. Вот. И чтобы мы ему... Сейчас посмотрим, что у нас есть подходящее. Так, нет, это не то. Вот. Ну давай, раз он с малым, поставим вот эту сказочную музыку. Пусть будет она. Отлично. Теперь, значит, это уберем. И тут в этом превью мы видим, что музыка у нас выбрана. Вот. Музыка из фильма, из сказки «12 месяцев». Очень даже подходит. Вот у нас друг стоит на поле. Впереди подсолнухи. И мальчик показывает на подсолнухи. Очень интересно, правда? Ну, хорошо. Значит, теперь... Можем просмотреть, предварительный просмотр, как он у нас смотрится. Вот. Вот тут и плеер появился, и музыка. Все отлично, нам нравится. Значит, можно сохранить. Значит, вернемся к редактированию и опубликовать. Здесь назовем название, вот, с, в, отлично. Так, коллаж. Так, здесь у нас изображение показано, звук тоже показан. Источники, тема без темы, не участвуют. Так. Ага, все нормально. Теги. Теги. Ну, чего напишем? Для друзей. Для друзей. Ну и отлично. Сохраним. О, Господи. Так, забыла. Да ну, ничего, бывает. Вот теперь он у нас сохранился. И нажмем на ее уже постоянный адрес. И вот он у нас появился. Еще один момент хочу рассказать. Если нам уже сейчас... вы что-то забыли и хотели бы еще поставить, или позже вы передумали, это что сделали не что-то неправильно, то мы можем что-то добавить или убавить, убрать. Для этого нажимаем «Моя страница», «Моя страница», заходим в «Плейкасты». Так, находим этот плейкаст, и тут стоит внизу под этой картиночкой слово «редактировать». Редактировать. И вот, как вы видите, мы опять попадаем на редактирование этого нашего плейкаста. Ну, собственно говоря, сейчас мы ничего не будем делать, оставим так. Ну хорошо, все отлично. Вот, значит, публиковать не надо.
Ну, а если мы, конечно, сделали изменения, то опять же опубликовать. И также такая же самая история. Вот. Впрочем, давайте мы его все-таки добавим что-нибудь. Что-нибудь добавим. А добавим мы сюда... Что же мы добавим? Сейчас найдем. А давайте вот этого зайчика добавим. Добавим. Интересный зайчик. Куда бы его только посадить? А вот посадим сюда и немножечко его уменьшим. Он небольшой такой будет. Вот тут сидеть будет вдали. И чего-то горевать. Так. Угу. Отлично. Теперь мы с этим зайчиком уже опубликуем. Все остается так же, и сохранить, пожалуйста. Произошло сохранение, и у нас появился зайчик. Вот, и чего-то он горюет. Вот, плеер стоит, значит, все хорошо. У нас получился новое редактирование этого самого плейкаста. Отлично. Все. Вот и все, что я вам хотела рассказать. До свидания, до следующей публикации.